Думаю, что в вопросе, связанном с людьми с ограниченными возможностями, очень важно воспитать в каждом человеке, который обладает всеми возможностями, которые есть у нормального, здорового человека, воспитать сопричастность, воспитать некое на интуитивном и сознательном уровне правильное отношение к этим людям. Если это будет воспитано и продвинуто, естественно, в каждом строящемся доме, в каждом объекте недвижимости, в каждой школе будет предусмотрена вся инфраструктура для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями. В Сочи мы показали, что это делать можно и получается хорошо и красиво. Но единственное, это делается, конечно, точечно, в таких масштабных проектах, где без этого просто нельзя. И движение есть, но, мне кажется, оно только в самом начале. Мы должны воспитать культуру отношения к этим людям такой, чтобы это было бы уже на подсознательном уровне.